Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям определила места, где в праздники можно будет запускать салюты и фейерверки. Безопасных мест, одобренных администрацией города, оказалось всего-навсего 4. Официально разрешен запуск на Тверской площади у цирка, на набережной Афанасия Никитина у памятника, на площади Великотырного перед досуговым центром «Мир» и на улице Громова у детской площадки напротив дома номер 3. А вот небезопасными названы площадки на улице Строителей в Первомайском микрорайоне, на площади Терешковой и возле кукольного театра на проспекте Победы. В администрации Твери напомнили, что применение пиротехники 1-3 классов создает угрозу использования воздушного пространства авиации и запрещено законодательно.